не думала вырываться в город, ребята, но все-таки вырвалась. Вы знаете, практически пробки. На моем участке дороги грузовых полным-полно. Ну, здесь в этом районе людей как бы всегда было мало. Сейчас 3 часа, где-то 3:30. Ну, народа прибавилось конкретненько. Еду в Лидл, куплю себе немножко фрукты. А Луиджина, как всегда, закончил вино. Так бы машиной не ехала, сходила пешком. Но раз у нас такой парень, все. Народа на остановке много. Да. Сегодня людей выползло приличненько. Сейчас посмотрим, какая там у нас очередь будет в магазин. А жара? Жара — это что-то. 25 градусов в машине. Ну как в машине? Градусник из машины показывает, что на улице 25. Так вот. Пока стражей порядка не встретила. Говорят, бумажка нужна, у меня ее нет. Если остановят, то будем заполнять на месте бумажку. Маска на подбородке висит, как всегда. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. И под низом. Под нашим домом, ну, под нашим домом, на нижней площадке, есть бар. Так вот, дядька стоял, разгружал воду, то есть бар открывается у них. Правда, пища должна быть на вынос. И тем не менее, так, тут, ой-ой-ой, тут народа, ой, Хасен собрал очередь, ой, Хасен. Дядя, осторожно. Тетя едет. Придется здесь парковаться. Нет, там наверху стоянки. Вот такие вот делишки, ребятки. Делаем рекламу марки нашей. Кофеварка этой марки. Это видите? Такое стиропоре. То есть паром гладишь. 25 евро. Такая фигня, в руке держишь. Видите, как девочка рубашку раз-раз-раз на вешалке погладила. Смотрите, что в Лидле продается. Тюльпаны, орхидеи. Какие красавицы. Интересно, сколько орхидеи стоит. Тюльпаны 3 евро. Орхидеи. Что не вижу я цены на орхидеи. Наверное, вот это, да? Нет. В общем, куча цветов, 50% скидки. Красные ценники — это все скидки. Смотрите, сколько товара по скидкам. Здесь тоже. Это вот вся витрина по скидкам. Такие колбаски по 2,50. Упаковка. Манчетта. Ну, дороже, чем раньше было, но все равно скидок много на мясо. Хотя, в принципе, не так его и много тут мяса. Рыбка малодорогая. Все красные ценники, видите? Буквально все по скидкам. Горгонзола, мелки. Ягины, сыр, равиоли.
прикопченный сыр. Нарезка. Да. Это кто живет в Италии? Знаете, что есть такая Bimby? У меня такой термомикс был, но он у меня был подешевле. Этот стоит 349 евро. Он делает все. Варит, режет, мешает по часовой стрелке против, весы. Он, девочка взяла, потащила. 350 евро дороговато, конечно. Но тут уже все. Даже программы с меню. Поэтому берете и готовите. Говорю, Хасену, конфетку хочешь? Он говорит, нельзя, говорит, у нас Рамадан. И твою. С такими этими еще и Рамадан. Так, тут мне, наверное, дядю подождать, сейчас он уедет. Начнем сдавать задом, всю очередь затронем. Ух ты, моя бывшая коллега поехала в машине с мужем. А что они аж тут скупляются? Живут на Сан-Пьер-де-Рене. Розочка моя красавица. Давай, дядя, ехай. Поеду за тобой. Ой, сейчас насосал укус. Кто-то что-то потерял. Кто-то что-то потерял. Да нет, то коробка просто. Мусор потеряли. Сейчас я вам покажу, сколько в городе народа. Полицейские заехали сюда. Круг сделали и уехали. Людей валом. Сын мне говорит, не работаешь. Я говорю, да, мы заработаем, говорю, в последнюю очередь. Он говорит, так на вынос же можно. Я говорю, а куда мы на вынос? На суда будем пищу разносить, которых нет. Тем более, что сейчас у марокканцев, оказывается, еще и Рамадан ко всему. Мало того, что их нет. Даже те, кто ест, в данный момент не едят по заходу солнца и до восхода солнца. Так что это мы сидели. Хотя мороженое можно было и открыть. Тоже надо же покупать другие упаковки для мороженого, потому что мороженое на вынос. Если ты его просто так купил, его просто так кушать нельзя. Его надо на вынос. А на вынос мы накупим тех коробочек, которые с крышечками закрываются. В общем, дурдом, ребята. Завтра, я думаю, можно уже, был бы свободный день, можно было бы уже на море ехать. Завтра у меня еще огородные дела. А там, скорее всего, что посмотрите, сколько по городу уже людей. Больше стало. Машин стало больше. Это мы в безлюдном районе находимся. Велосипедисты появились, раньше их не было. Я прям народ, все медленно, без сумок гуляют. Гулять можно. Гуляют. Ну, хоть хорошо, хоть их никто. Кто их не трогает.
Тетенька сидит на улице, что-то шьет. Да, осторожно, а то мы уже отвыкли от того, что люди через пешеходный переход переходят. Отвыкли мы от народа, да. Видеть людей на улице как-то даже странновато получается. Посмотрите, посмотрите, что делается. На безлюдных улицах куча народа. Куча народа. А там возле меня вообще столпотворение. Скоро пробки начнутся. Все-таки продолжают пугать. Сказали нам, как мы вас открыли, так мы вас можем и закрыть назад. Ну, будем надеяться, что не закроют. Пацаны в футбол играют. Мне интересно, эту улицу открыли, потому что в районе моста эта улица у нас закрыта. У нас движение идет все по левой стороне, по параллельной. Да, велосипедиков много появилось, ребята. Теперь надо быть внимательными на дорогах. Уже мой механик уже открылся. Надо ему позвонить. Полицейских нет. Спускаемся на улицу, где движение такое приличное. Особенно в часы пик. Здесь всегда была толпа народа. Видите, такое плотненькое движение. Тут люди гуляют, все, уже гуляют, без сумок. То есть уже, это уже не супермаркет. Хотя по двое, как бы по двое, гулять нельзя. Можно гулять по одному. Велосипед, что ли, купить? Сколько людей на велосипедах сегодня встретила. Посмотрите, тут на зеленый свет. Та дорога, которая идет прямо, прям трафику, движение. Чуть ли не пробки. Но зажили. А оттуда тоже такое движение идет. Ой-ой-ой, сколько народу. Люди, как долго мы вас не видели. Как долго. Вот здесь барчик, да. Под баром стоят люди. Висит на баре красная ленточка, но под баром стоят люди. Ой, даже мусор все выбрасывают. Дружно. Как-то раньше так дружно. Дружно этого не было всего, а сейчас прям, гляньте, 3 человека. Хотя я говорю, группами нам не разрешают гулять. Гулять можно, но поодиночке, вдалеке от дома. Завтра надо будет после обеда, наверное, какой-то марш-бросок куда-нибудь сделать. Воду надо не забывать с собой брать, потому что уже все, горло пересохло. Сейчас будем горло Луиджина вином полоскать. Привыкла, что у меня всегда в машине куча воды. Тут прямо 25 градусов. Сушит горлышко. А в маске то тяжело дышать, ребята, в такую жару. Надеюсь, мое место не заняли. Угу, есть у нас местечко. Это радует. Так что и вправду город зажил.
видите, ребята, нельзя работать, а гулять можно. Поэтому поедем и будем гулять на море. Взяла себе такие мюсли с сухой фруктой. Тут и бананчик, и еще какая-то фрукта. В общем, где-то евро 99 оно стоит. В общем, я всего потратила 12 евро. Мюсли, взяла конфетки. Евро с копейками. Здесь, по-моему, ну так, прилично. 300 грамм. Эвкалипт и мятные. Взяла еще литр молока на мюсли себе, на творога. Взяла один авокадо, евро 79, по-моему, иногда включится. Взяла киви, киви что-то дороговастенькие, по-моему, 2,50 килограмм. Ну, киви они всегда, сейчас их не сезон, они сезон пойдет на них уже где-то туда к осени. Три штучки. Три яблочка и клубнику, как всегда. Полкило клубники. Евро 39, по-моему, сегодня было чуть дешевле. Все. Это вот все покупки. Луиджина доволен. Вино приехало. Завтра я тебе позвоню. Я завтра с утра бегу на огород. Все поливаю, убираю его в доме. А потом мы с вами свободны. Мы можем двигаться куда хотим. Передвигаться можем, можем даже к морю. Можем пешком, можем на машине. В общем, не запрещается. Понятно? Так что будем гулять. Будем гулять. Сейчас мою те листики, которые в лесу насобирала. Я и дубовых листьев заодно набрала. Думаю, а вдруг не будет время уже в лес ходить. Поэтому помою, высушу дубовый лист для засолки огурцов. Смотрите, какие красивые молоденькие листочки, да? Супер. Супер, как нарисованные, глянцевые вообще. Все, и чаек себе заварим, травяной. Что еще надо для хорошей жизни? Ничего, на работу выйти и все. Так что всем пока, увидимся. Называется «Колдуй Лиля». Колдуй дед, колдуй серенький медведь. Земляника, ежевика, мята, акация, бузина. Вот так вот. Завариваю себе чаек. А знаете, что пожилые люди в Италии в основном кушают на ужин? Пастина нельброду называется. То есть вот такие вот маленькие. Кажется, что это рис. Ну, это паста, макарончики. Специально готовится бульон из говядины. Немножко туда ложится сельдерея, морковки, лука. И вот этот вот бульон варится. И потом на этом бульоне, у меня сварено на воде просто соль, на этом бульоне варится. Это минестрина у них называется. Готовится эта минестрина. И потом она посыпается пармезаном. А мясо с этого блюда называется болито. Оно такое говядина с прослоечками жира, такое вкусное. Вот. А я сейчас просто с сыром и немножко масла. И получается довольно-таки густое должно быть это бродо. Бродо оно совсем не бродо. Оно получается как полукаша такая, знаете, разваривается. Вот это такое блюдо per persone anziani, для стареньких.